Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, не обращайте внимания, что у меня тут на английском языке, ребят. Я просто хотел поиграть в растения против зомби-герои. Потом что-то начал готовкой заниматься, тыры-пыры трали-вали. И решил все-таки начать с черепашек. Да, с черепашек. Потом, наверное, зайду, скорее всего, в этот... В драконы-всадники Олуха, потом в Бравл Старс. И уже после всех этих манипуляций сбегаю в магазин, на Озон забегу, вернусь. И тогда, наверное, я запущу стрим по растению против зомби героя. Скорее всего, будет так. Или же, ребята, стрим будет по Остров Лунного Камня. Я пока не решил, но, скорее всего, будем все-таки в растения против зомби играть. Потому что давно я там не был. Уже сезон закончился, надо будет как-то забрать свои вшивенькие награды. Но сейчас не об этом, ребята. Сейчас нам нужно подниматься в турнире. Вы... Смотри, кстати, на английском языке, ребята, даже не указывают. Прикинь, они даже не указывают здесь, какой ранг, чего. Вот это трэш. Офигеть, ребят. Просто, когда у нас стоит русский язык, у нас все показывается. Ну, какой ранг, да? Сколько кубков будешь получать? Здесь вообще ничего нету. Ай, да. Круто, ничего не скажешь. То есть, получается, мы играем с тобой, ну, вслепую. По-другому не назвать. Ладно, ребят, главное, что мы эту игру вдоль и поперек знаем. И какие события, и что тут будет, мы тоже это знаем. Так что для нас это не проблема. Так, добивает Вахламона кабанчика. Так, для меня главное подняться на высшую, ребята, лигу. Ну, попытаться, по крайней мере, хотя бы лигу мастеров. Две звезды. Че? Меня опять в Сёгуны сбросили. Да ну нафиг. Ребят, меня опять скинули в Сёгун одна звезда. А я тут наметился в Лигу Мастеров, хотя бы, говорю, две звездочки или одну попасть. Ну, в одну-то я, наверное, попаду, но... Сфига ли вы скидываете-то меня постоянно и... Так, жестко. Я боюсь, ребят, мы, наверное, на этой неделе не успеем, потому что... Ну, смотри сам. Завтра работаю я. Послезавтра опять работаю. А послезавтра, если сегодня у нас что? Сегодня у нас суббота! Суббота, ребята. Значит, завтра будет воскресенье. О, как все запущено. Наверное, не получится, ребят, на этой неделе у меня вырваться в топчик. Ну, никак. Не выходит, друзья мои. То есть, это Лига Сёгунов 3 звезды. Там еще до Лиги Мастеров фиг знает, сколько копошиться мне придется. О, да, это печалька. Ну, здесь, друзья мои, вина в чем? Во-первых, с Ютубом. Он не давал, блин, загружать нормальные видосики. Ну, в принципе, и сейчас еще пока не дает. Это раз. Что еще? Отключение от AdSense. Это второе, что у нас сейчас произошло. Вот. То есть, вообще все. Теперь только, ребята, у нас остается что? Ну, у меня, по крайней мере, остается это только стримить. И, кстати, я заметил давно, давно заметил, вот у меня и друзья есть, и многие товарищи. Они уже давно не выкладывают просто видео. Они все на стримах. Но дело в том, что я могу, ребята, стримить на втором канале без проблем. Свои компьютерные игры, базара нет. Но вот всем же нравится и мобильный гейминг. И как вот эти игры стримить, я ума не приложу. Черепашки-ниндзя, я вам говорю, ребята, максимум отнимает там от 15 до 25 минут. Это серия. Ты представляешь, запускать стрим ради 25 минут, люди... Ну, кто придет к тебе? Это чисто случайно, если кто-то попадет, посмотрит и все. Поэтому я не знаю. А как-то переключаться между играми, ну, это тоже такой, знаешь, стрим с переключениями с одной игры на другую. То есть, получается, за стрим, прикинь, да, это можно поиграть. Черепашки-ниндзя, драконы-всадники Олуха. Там, я не знаю, еще какую-нибудь там игру. Еще, там с десяток игр, чтобы 2,5 часа хотя бы стрима провести. Ты представляешь себе такое, а? Я что-то как-то едва представляю, ребят. Это будет такой трэш, блин.
Подожди, я что-то тут, кстати... А что я сделал-то вообще? А, нет, у меня есть сотка, но он только один. Блин, он только... И это Донателло, блин. Сотого уровня я взял с собой Донателло. Молодец, Рэй, ты красавчик просто, блин. Так, нам надо вот этого охламона как-то подбить. А как ты его подобьешь? Тут еще стиранка выпендривается. Давай, наверное, я хильнусь. Ага. Так, Эйприл, ты сможешь его забодать? Забодала. Ну тогда ты, молодец. Так, вот Ванька, ребята, нужно, знаешь, что сделать? Надо его быстренько ушатать, потому что он... Потому что он уже ничего не сделает. А мог бы, он бы мог, ребята, либо гранатомет включить, либо пулеметную дробь. И тогда бы мне не поздоровилось. Так что здесь надо ставить приоритеты, друзья. Либо хила бомбить, либо массовика. Так, 20-я позиция у меня в данный момент. Так, ну я ориентируюсь, ребята, по уровню. Чем больше уровень у нашего противника, тем, соответственно, больше кубков и ранг, скорее всего, там дается. Мне его, опять же, не видно. И опять, ребята, я взял, блин, одного соточку. Всего лишь. Угу. Ну давай, я на тебя надеюсь, Рафаэль. Положи хотя бы большую половину. Красавчик ты мой ненаглядный. Он всех ушатал, он услышал мои слова, мою просьбу и сделал все как полагается. Ладно, друзья мои, но хренушки там, но баранки гну и никак не согну. Лига Сюгунов. Так, 54-й, вот это, наверное, я возьму. Возьму сюда Лапекс и можно, в принципе, взять Джастина. Да-да, я знаю, ребят. Мое мнение о Джастине вы тоже прекрасно знаете, но кого-то надо брать на подстраховку. Без нее тут ну никак. Хотя Лапекс, сейчас посмотрим. Она, в принципе, ребята, очень мощная. И 55-й, ну, в принципе, должна разворотить всех. Ну да, я был прав. Поэтому Джастин здесь хоть и не пригодился, но я себя так просто немножко увереннее чувствовал, скажем так. Ладно, ребят, двигаемся дальше. Мы переходим с тобой на Лигу Сёгунов. Две звездочки. Так, 53-й, 54-й. Ну давай вот этих возьмем. Возьму, наверное, сюда. Да, Эйприл Кунэйши здесь будет достаточно. Она своим электрическим шоком как даст по всем разрядам. И все, и они там отдуплятся. Такс. Ну, давай проверять ее. А что проверять? Она сейчас ушатает их. Тут к бабке не ходи, как говорится. Вот. Шикарно. Вообще ништяк. Поехали дальше. Вообще, сколько мне дают ступенек? 92-я была, 81-я. 10 ступенек, ребята, я перепрыгиваю. Да. Это не предел, как говорится, моих возможностей. Блин, ранг-то еще 52-й, 54-й. Даже не 70-й, не 60-й, а 52-й. Очень медленное продвижение. На моих часах время 5 часов, ребята. Вечера, естественно. Вот, и что у нас тут получается? Раз, два, три, восемь. Блин, я не знаю. Есть ли смысл? Я сейчас в это поиграю, в то, в третье, четвертое. И у нас получится по времени 8-9 часов. Там уже и баньки надо, грубо говоря. Да, на работу завтра с утра. После выходного. Вот. На работу. Ну что, скоро, друзья мои, сентябрь, скоро начнется учебный год. Кто в школу, кто в колледж, кто в институт. А кто на работу. Вот. Так, ладно. Поехали дальше. 57-я позиция. Ну, ребят, вообще не алло. И постоянно 55-й, 54-й ранг дают. То есть, кого-то там повыше они мне давать не хотят. Ну сколько у нас получается, ребята? 6 часов откат, 8 часов откат. Это самые высшие, да, персонажи, которым за сотку, ну, сотку имеет. И 6-5 часов, которые послабее. Я просто сейчас подсчитываю, успею ли я, например, вечером сыграть еще партийку. Ну хотя бы вырваться, блин, в Лигу Мастеров, ребят. Бог с ним, завтра я пришел бы в воскресенье.
Какое, блин, воскресенье. Ну да, воскресенье, да, пришел бы вечером. Как-нибудь бы еще запиликал бы. Но все равно не попаду я в Лигу Мастеров. Именно в 3 звезды. Ну хорошо, давай согласимся на 2 звездочки. Это при условии, что если нас не сбросят. А сбрасывать они нас любят. Будут, могут, естественно, хотят. А мы будем с тобой сопротивляться. Просто та неделя у нас как-то получилась. Или я уже что-то путаю, или мне уже приснилось, что мы проиграли на прошлой неделе. Да нет, на прошлой неделе мы как раз-то вроде бы нормально все вырулили. Это вот эта неделя у нас, грубо говоря, под таким, знаешь, под давлением, что и не знаешь, что здесь сделать, как лучше сделать. Откаты я тратить не хочу. У нас их не так много, ребят, 57 всего лишь штук. И бомбить, ну сколько я с ними пройду? 10 ступенек, 1 ранг. И солью все откаты. Не годится так, так не пойдет. Это так не работает, ребят. Так, ну давай, давай, давай. Хотя бы до Лиги Мастеров дотянем. Там уже как-то будет, ну, чуть-чуть поспокойнее. Но я опять же, ребят, уверен, что мы... Вот завтра я, например, зайду вечером. Это, представь, это через 12 часов. Плюс еще вот эти вот 8 часов, которые сейчас до конца дня. Да, конечно, скинут. Конечно, скинут. Даже я боюсь, как бы... Тихо, подожди, не то делаю. Как бы не получилось, что мы опять с тобой где-нибудь в Лиге Сёгунов 1 звезда окажемся. Это тогда 100% фейл. Ничего у нас не выйдет. Так, ну что, после этой битвы мы уже с тобой в Лигу... Так, вот, уже до 60-х добрались. Да, все, тут уже шапочный разбор пошел, друзья. Ничего толкового у нас нету из бойцов. Так что... Доигрываем, потом что у нас там? Эксперт снаряжение пойдем попробуем подобывать опять немножечко. И давай тут вот. Опа. Ну, естественно, на прокачку. Я не знаю, у нас там Донни сегодня. Точнее, этот, Леонардо Видение прокачается. Так, ну что, Лига Сёгунов 3 звезды. Наверное, я так понимаю, ребята, у нас сейчас будет последний заключительный бой, потому что персонажей, сам видишь, сколько. Раз, два, 3, 4, 5. И я оставляю Шреддера. Ну, ребят, просто чтобы отыграть его. Мы просто бомбанем. А там посмотрим. Положит он их, не положит всех. Я могу только одно сказать тебе, что шестидесятники, в принципе, ну как, они могут ему, конечно, немножко вреда сделать. Но если он повесит сейчас постепенный урон, они слишком много здесь повыпендриваться не успеют. Мы их просто расколбасим. Так, 87 место. Окей. Так, ну давай возьмем вот это вот. Не, я могу, конечно, ему помочь. В принципе, один откатик, я думаю, ничего страшного не будет, ребят. Один откатик потратить. Взял Рафаэльчик, чтобы он первым бомбанул. Ну, а Супер Шреддер просто сейчас добьет их. Я взял его не потому, что, ребята, испугался за Супер Шреддера, а потому, что я хочу чуть-чуть побольше взять кубков. Ну, хотя бы кубка 4 было бы уже неплохо. Так, 87-е было, становится... Два кубка, ребят, дали. Прогресс. Так, ну что, пойдем с тобой выполним... ежедневочку. Давай вот сюда пойдем. Раз, два. Так, с маузерами надо быть, ребята, аккуратно. Почему? Потому что у них очень мало, вообще мало здоровья. Если я их нечаянно забуду и возьму в какую-нибудь команду, то я боюсь, мы его потеряем. Ага, у этого сработало... отложенная смерть. Давай, наверное, добьем. Почему она вот эту вот штуку выпускает из руки, ребята? Это же
Получается, как бы эхо-волны, да? Ну, эхо-локация, так скажем даже. Почему она из руки-то? Я понимаю, если бы она это горлом бы, криком, я не знаю тут. А она из руки. Странно. У нее вот эти импульсные волны, что ли, там, я не знаю, идут. Давайте, наверное, так сделаем. Ага, ага, училка выжила. Нет, нет, нет. А помнишь времена, ребят, когда эта училка просто меня вымораживала? Как она меня вырубала? Слушай, а мне что-то показалось, или здесь что-то пробежало? У меня же все, глюки. Вот. Короче, училка в свое время, да, давала мне трепу. Так, ну что, давай тогда переходим на... Где наш Леонардо видение? Я ему прокачаю. О, да, ребят. Ну, 90 уровень, уже шикарненько. Ребятушки, уже хорошо. И перескакиваем на... Слушай, а мы же, по-моему, Пиццелицева тоже хотели, да? Прокачивать, насколько я помню. Ну, вначале мутагеноиды. Не хватает. Тогда давай здесь. Нам нужно 8, ребята, 8 ящиков с инструментами. Ой, номера нам нужны, ё-моё. Тихо, подожди, не надо. Так, это второй номер. Автомобильный. Так, третий. Нам 8 надо, да? Так, четвертый. Это пятый. Это шестой. Так, седьмой и последний. Последний номерок дайте, пожалуйста, мне. Дайте мне, пожалуйста, последний номерок, говорю. Говорю, говорю. Птица говорун, блин. Так, и нам как раз хватает на прокачку. Так, дальше. 9 ножей для пиццы. Один есть. Второй. Третий. Так, третий. Четвертый. Пятый. Пятый. Конечно. Ну, 4 ножа, ребят, для пиццы нашел. Уже хорошо. Забираем с тобой все награды. Так, и переходим в эксперт снаряжение. Так, начнем здесь. Опа-на! Опачки, ребята. Почему-то у нас оно называется эксперт снаряжение. Там же оно называется легендарное... Легендарный гирс. Гир. Значок, эмблемка. Ну, далеко не эксперт снаряжения. Слушай, ну мы с тобой нашли, причем быстро. Ребят. Так, если мы с тобой нашли быстро, то почему бы нам не отправиться в бой и не попробовать, в конце концов, третий раз найти. Авось получится, а? Блин, правда, я не совсем уверен. Тут же 3 волны будет. Да, 3 волны. Сейчас глянем. Так, у нас в этой команде нету хила. От слова совсем. Так, молодец, Лапекс. 2 раза по нему звезда. Ну, так, что у нас тут? Так, дай-ка я здесь сам. Я здесь сам. Мне эти щеглы здесь не нужны. А ты засранец, Кирби не упал. Ладно, лови плюхан. Да ну! Издеваетесь, что ли? Так, ага. Так, ну что, здесь надо вырубать морозилку и кунаичи. Ну, в первую очередь, морозилку. А, во, массовую сделаем. Изи. Крутяк. Ой, ой, какой крепкий горячий чай. Ой. Я ж подавился, ребят, извините. Так, ну что, у нас даже еще есть... Ты серьезно? 3 выигрыша, ребята. И на ранних стадиях, прикинь, мы с... Вот это давно такого не было. Вообще. Чтобы мы вот так вот быстро с тобой... И со всех, причем, собрали эксперт снаряжения. Офигенно. Так, ну ладно. У нас последняя попытка, я просто хочу... Ну, я хотел взять, ребят, вот... Но не получилось. Так, все, доволен, ребята, игрой. Единственное, что мне не нравится, конечно, наша турнирка. Блин, Лига Сёгунов 3 звезды, ранг 85.
Надо укрепляться, надо укрепляться. Я еще раз повторяю, ребят, сейчас посмотрю, сколько нас по откату, по времени надо. О, тут даже не 8 часов, тут 10 часов, считай. Ёк-макарёк, ну я не знаю, ребят, тогда, наверное, не получится. Ладно, в любом случае, всем спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!